Что у тебя в руках? Это ничего, честно. Попыт? Нет. Посмотри. Дай сюда. Так нечестно. Отдам после урока. Заходи. Здрасте. Здравствуй. Надеюсь, ты не взял с собой дурацкие попыты? Только блокнотик. Какой-то странный блокнот. Открой его. Ладно. Видите, только скучные формулы. Молодец. Только вот формулы не скучные, запомни. Да, спасибо. Да! Чему ты радуешься? Уроку? Да нет, вот этому. Это же просто блокнот. Присмотрись. Открываешь? А это попыт. Здорово, да? Очень. Я тоже хочу. Как ты его сделал? Расскажу по секрету. Сначала возьмем картон. Положим на него попыт и обведем. Вырежем круг. Повторим то же самое с обычной бумагой. Положим бумагу на картон, добавим попыт и еще бумагу сверху. И, наконец, скрепим их вместе. Получился блокнот с маленьким секретом. Учительница ни за что не догадается. Поиграй. Можно? Спасибо. Лучше, чем математика. Это точно. Поверить не могу, что сегодня выпускной. Я волнуюсь. Еще пара финальных штрихов к моему наряду. Я как миска с фруктами. Точно нет. Как будто я надела бабушкины шторы. Нет. Вечер испорчен. У меня нету подходящих сережек. Что же мне делать? Пушистик, что ты сделал с моим попытом? Он порван. Постойте. Это может сработать. Я разрежу попыт, надену на проволоку и повторю то же самое со вторым кусочком. Сережки попыт! Отлично выглядят. Я стану королевой бала. О, Пушистик, вот бы ты был моим спутником сегодня. Но сначала тебе нужно освежить дыхание. Фу. Ну что же, пора блистать. Стоять! С косметикой сюда нельзя. Но беременным можно. Какой у нее живот? И с моим что-то. Все чисто? Отлично! Как по нотам. Вот как надо. Нужно идти. Я схожу с ума от скуки. Дурацкая зубочистка. Привет, Чалка. Кто-нибудь смотрит? Эй, Элли! Что? Хочешь выбраться отсюда? Да. Я с тобой. Брайан, стой! Что? Зубная щетка. Класс. Постой. Без этого я не смогу. Что у меня с лицом? Нельзя сбегать в таком виде. Это было? Я вас вижу! Это что, крыса? Слышала про помаду? Мне просто отвратительно. Я не могу так сбежать. Мне нужна помада. Поверить не могу. Нечестно, у нее есть помада. Эй, она это специально? Ты ей веришь? Похоже на настоящую. Не будем рисковать. Нанесем горячий клей на лезвие. И приклеим помаду. Продолжаем. Вот теперь все готово. Это для меня? Классные оттенки. Пока, скучные губы. Привет, розовые губки. Теперь мы можем идти? Да, сделаем это.
Никто не пройдет мимо меня. Привет, как делишки? Ох, какой милый кролик. Но с ним внутрь нельзя. С домашними питомцами проход запрещен. Так что забирайте своего очаровашку и на выход. Ладно. Не бойся, Хопс. Ха! Мимо меня никто не пройдет. Привет, это снова я. Только уже без кролика. Пытаетесь меня обхитрить? Заглянем-ка вот сюда. Что ж, покажите ваш баскетбольный мяч. Ладно, хорошо. Только осторожно. Посмотрим. Ну, так как все хорошо, можно я уже зайду? Ладно, вот ваш мяч. Можете пройти. Ух, было страшно. Зато в магазин я все-таки зашла. Вылезай из мячика, Хопс. Ты отлично держался, мой крольчонок. Она не нашла тебя. Ну давай, вылезай. Вот так гораздо лучше. Мой любимый кролик. Обожаю, как ты шевелишь носиком. Надо бы отполировать мой жезл-сканер. О, отличный ракурс. Стоять на месте. У нас тут есть правило. С животными нельзя. О, ну я просто фотограф. Можно я вас сфотографирую? Да, вот так. Очень красиво. Просто отличные позы. Вам стоит задуматься о том, чтобы стать моделью. Может, сделаем пару снимков без жезла? Класс! Теперь намного лучше. О, вау! Здорово! Выглядит потрясающе. Правда? Ой, ну ладно, проходи. Стоп, а где же мой жезл-сканер? Все чисто? Похоже на то. Вот так, Джилли. Давай достанем тебя оттуда. Хороший геккончик, ты моя милашка. Эй, это что, настоящая ящерица? О. Нет, спасибо, это не для меня. Не слушай ее, Джилли, ты лучше всех. Вот так, чувствуй себя как дома. Джилли? Джилли, ты куда? Джилли! Кажется, надо обновить маникюр. No. О, боже, боже, боже! Сегодня мы займемся этими формулами. Обещаю, будет интересно. Ненавижу тесты. А вот творческие задания мне по душе. Вот почему у меня есть это. Очень умно, не так ли? Это можно сделать из любой книги. Выберите страницу. И вырежьте квадрат. Затем прикрепите внутрь двусторонний скотч. Небольшая палетка как раз поместится. Не забудем про блестки и про кисточку. Продолжайте объяснять, тут смотреть не на что. Вот он, мой шанс. Сегодня я выберу этот оттенок. Он придаст румянец моим щечкам. Я выгляжу отлично. А вот тут становится интереснее. Не, макияж все равно интереснее математики. Голубой подчеркнет цвет глаз. Мило, да? Меня все еще не раскрыли. А найти X сложнее, чем я думала. Зато у меня появилось еще время. Остались финальные штрихи. Как неудобно вышло. Последнее, но не по значению, губы. Этот цвет мне очень идет. Согласны? Ладно, я сдаюсь. Я что, все это время читала кулинарную книгу? Кто даст мне рабочую тетрадь? Похоже, я не все продумала. Фу, чуть не раскрыли.